Всем привет! У нас новое обновление, и мы сливаем кучу обнов. Итак, новое оружие, Desert Eagle. Возвращение старого. Битва отрядов, теперь постоянный режим. Отличное обновление. Новый персонаж Альвара. Круто. Тот, который бомбочки, да? С увеличенным уроном, по-моему, взрывает. Ну, тоже неплохой персонаж. Я бы не сказал, что это будет имба, потому что не очень часто убиваем. Так, Натора, что она там? Она хп восстанавливает. Ну, в принципе, два оба персонажа имеют место быть. Они гораздо круче базовых персонажей, да, типа там, которых мы не используем. Роба, значит, питомец Роба увеличивает прочность стенок. Они хотели вроде сделать пингвина. Это было логично. Сейчас они сделали еще логичнее. Они типа сеточкой обвивают. Крутая тема. Снежное веселье мы уже играли, по-моему, с вами в бете, да? Там в снеговика превращаешься в кружочек, по-моему. Вот. Потом, что у нас тут еще есть... Новый режим «Холодная сталь» против самурая, по-моему, биться, насколько я помню. Ну да. Новый режим «Битва насмерть». Я так понимаю, что это 4 на 4, видимо. Чисто на очень маленьком участке 4 на 4, как я понимаю. Электрическая доска тоже уже давно слита в сеть. На ней можно будет всякие препятствия. Ну, не знаю, такое, как будто плаваешь, короче, по всей карте. Но приспособление, вот эта вот убер-мега-крутая штука делает М14 скорострельность. Ну, то есть полностью автоматическая, это крутая штука. Плюс второе, это, насколько я помню, КВСС-ки добавления и вот помощь, биометрический прицел. Видимо, он в голову будет помогать, я так понимаю, наводить. Но вот на ВСС кровотечение, конечно, ну, короче, все эти пушки становятся имбами, по-моему. Да, сравнить с М-кой, конечно, ух ты ж, увеличенный магазин, что ли, еще? Двойной магазин. Ух ты ж, хорошая штука. Вот. Ну и дальше солю сейчас вам обновую по скриншотам. Это Desert Eagle. Тоже, говорю, давным-давно уже слит. Наверное, неделю как слит. Ну, может, плюс-минус, да, что его будут возвращать. В принципе, крутая штука. Опять же, с пистолетов я давал головы. И это хотя бы... Это новый дизайн этого золотого рояля. Этого, короче, джекпота, по-моему. Ну и вообще, в принципе, всех джекпотов. Ну, такой, на самом деле, сахарный слишком получился. Это у нас новенький чувак за рейтинговые жетоны. Кто не потратил рейтинговые жетоны, тратим. Скоро введут этого чувака, и все будем его выбивать. Крутая тема. Покупаем этот белоснежный костюм. Это новый алмазный джекпот и золотой джекпот, ребят. В принципе, алмазный крутой, золотой, как всегда, так себе. Те для любителей фиолетовых костюмов гейских, вот эта штука. Это новый инкубатор, по-моему, топовый. Но говорят, что там будет скоро с черепошкой, короче, тема. Вот копите на него, короче, скелет, с черепом, короче, чувак. Это новые всякие очки, это новые скины все. Все можете прочекать, копите, в общем, какие понравились, копите на эти скины. Вот, потом что еще у нас, значит, кроме этих скинов, у нас еще есть пушки, новые скины на пушки. Пушки, гранаты, это все, что к зиме выйдет. Ну что, ребята, вы же не забыли подписаться, поставить лайк и колокольчик и приходить на стримы ежедневно с 7 до 9 вечера. Красавцы, спасибо.